Первый выход после скандала. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Париже. Впервые после того, как в сети появились провокационные фото принца Уильяма с другой женщиной, он вышел в свет вместе с супругой Кейт Миддлтон. Неподобающее поведение принца Уильяма во время отдыха в Швейцарии надолго стало предметом для обсуждения, особенно когда инсайдеры заговорили о том, как разочаровалась в муже Кейт Миддлтон. Тем не менее, судя по всему, непонимание между супругами было недолгим. На днях пара прибыла в Париж. В рамках визита в столицу Франции Кейт и Уильям встретились с детьми, побывали в музее искусств, а также сфотографировались у главной достопримечательности французской столицы – Эйфелевой башни. На всех фото, которые попали в сеть, супруги выглядят радостными и счастливыми. Будем надеяться, что больше ничто не омрачит отношения одной из самых знаменитых пар в мире.